Шостий день війни. Ситуація в Жовтих водах, на щастя, залишається спокійною та контрольованою. Керування містом наразі здійснює військовий штаб, який знаходиться у міськвиконкомі. Тут організовується патрулювання силами територіальної оборони. Сюди ж люди приносять продукти та речі для наших захисників. Сотні жовтоводців готові стати на захист рідного міста. Яка ситуація в місті станом на ранок 1 березня? Чи всі підприємства, організації працюють? Работают предприятия, связанные с жизнеобеспечением города. Возим мусор, батарея у вас теплая, вода подается, электроэнергия есть. Никаких сбоев с коммунальными нашими предприятиями нет. Все, кому положено, работают. Работает больница, работает поликлиника. И обстановка в городе абсолютно контролируемая. Прошу всех не паниковать, все есть, продукты есть, предприятия работают, те, которые могут работать, вот, те, которые нужны сегодня, чтобы они работали. Поэтому сегодня как-то так. А лікарня працює в звичайному режимі? Тобто, якщо захворіла людина, може піти звернутися до лікаря? Естественно. А що зі схід ГЗК? Схід ГЗК шахти не роблять, тому вони, коли закінчиться сирьо, вони просто вимушені будуть зупинити роботу ГМЗ. Приостановить до момента, когда опять заработают шахты, когда будут поднимать руду и привозить ее на обогащение. И сейчас який стан нашей системы оповещения? Ну, мы вчера уже вечером был совершенно другой звук. Заработали дополнительные ревуны. Был сбой одного из них. Сегодня, вчера уже он был восстановлен. И сегодня он уже как бы восстановлен и готов к запуску. Дополнительно в новом районе устанавливается ревун, который нам дали с Восточного ГОКа. Вот. И еще два, которые мы переустанавливаем в те части города, где недостаточная слышимость. Как взагалі люди идут, записываются до территориальной и цивильной обороны? Целый день идет запись, прием людей. Единственное то, что всех людей записывают, всем людям они оставляют мобильные телефоны, номера свои, и при необходимости будут произведены звонки, и они будут приглашены для проведения тех или иных мероприятий. В том случае, когда будет не хватать людей. Сегодня пока людей набрали, но для выполнения тех задач, которые стоят сегодня перед нами, людей достаточно. Нужна будет смена, мы будем обязательно будем прозванивать и приглашать для проведения работы. Расскажи, пожалуйста, коротко, что такое территориальная оборона, а что такое цивильная оборона? Какая разница между ними? Значит, территориальная оборона, первая, да, про которую мы будем говорить, та, которая состоит из резервистов, воинов, контрактников. Это военизированная военная часть этого крыла, та, которая вооружена, та, которая расставляется на посты для охраны объектов. Они укомплектованы, вот у них есть командир Мельник Сергей Иванович, который занимается всеми моментами. Подчиняется она командиру батальона Каменского. Напрямую подчиняется командиру батальона. Цивильная часть теробороны – это гражданское население. Это, чтобы было еще понятнее, как раньше были народные дружины. Значит, им разрешено вооружаться гладкоствольным охотничьим оружием, то, которое есть с дозволом, и при необходимости, при патрулировании, при выполнении каких-то других задач, брать его с собой для безопасности. Они занимаются этим количеством людей. Мы докомплектовываем патрули полиции и военной части теробороны. Также докомплектовываем охрану и ведение внесения службы на блокпостах, которые у нас с Криворожского, Пятихатского, Петровского направлений и совхоза. То есть это лишь патрулирование, або и жінок також запрошують? Это совершенно разные работы. Мы привлекаем и для строительства, и для помощи волонтерам, и для целой массы мероприятий, которые возникают по ходу необходимости подготовки теробороны. Скажите, пожалуйста, чи є в нашому місті вже біженці? Вчера должны были появиться в исполкоме, но я был тут допоздна, так никто не приехал. Наверное, они расквартировались самостоятельно, вот, не появились. Я знаю, что есть. Ну а місто готове до їх прийому?
У нас есть куда селить на то время, пока не будет решен вопрос. Это общежитие Кропоткина 14 с огромным количеством комнат. Вот. Ну и другие места. А скільки взагалі може прийняти людей наше місто? Не підраховував? Я такую цифру я не знаю, но есть разные помещения под разные как бы, задачи. Кропоткина 14, я думаю, мы примем туда столько, сколько будет необходимо. Дальше будем заполнять и общежитие, и все объекты, которые у нас стоят. Обоснованного значения наши. Я думаю, что примем столько, сколько будет у людей потребности. З приводу безпеки в місті, чи є якісь підозрілі особи, чи були помічені, чи, можливо, навіть затримані якісь диверсійні групи? Не було затримано ніяких диверсійних груп. Постоянно йде перевірка. В дневное время всего, что и подозрительно, у нас очень бдительное население. Невероятное количество звонков в полицию. Полиция справляется, обрабатывает почти все, ну, может быть, не сию секунду, но тем не менее, включается и обрабатывает все сигналы. Сигналов огромное количество. Наверное, благодаря этому вся ситуация абсолютно под контролем. А яка ситуация на блокпостах наших? Идет служба, значит, обеспечены все теплой одеждой. Строительство блокпостов произведено по всем правилам. Освещение, генераторы, питание, все это организовано, все это есть. Смена возится, полиция меняется, полицию обеспечили мы транспортом, чтобы они могли, не прося никого и не гоняя по три машины кругами, да, свои полицейские. Полицейские машины были больше и выполняли свои задачи. У них теперь есть автобус, которым они развозят, перевозят смены. А как ситуация с пальным? Пока ситуация с пальным мы не отпускаем в розницу, пока не получим бензовозы пального. Бензин под особым контролем, дизельное топливо есть. Сегодня мы проводим оплату потребленного на сегодняшний день топлива и работаем дальше. Надеемся, что все-таки будут поставки и мы сможем давать в розницу населению топливо. Скажіть, будь ласка, а з приводу продуктів, чи може загрожувати нашому місту дефіцит товарів? Тому що от вчора буквально знову були пусті полиці в магазинах, якась паніка знову людей. Людей прошу не панікувати по тому поводу. Значить, машини з хлібом, машини з продуктами приїжджають. Огромное количество раскупается, но опять у людей есть определенный невроз по этому поводу и нервоз, как его сказать правильно. Вот. Я прошу, покупайте то, что вам сегодня надо. Оно будет завтра, послезавтра. Сегодня нет угрозы сбоя поставок ни хлеба, ни молочки, ни как бы. Мы получаем продукты, и просто их скупают в огромных количествах. Сины взрастают. Ну, с сином по ценам мы же их не регулируем, вы же понимаете, да. Просто есть условия поставок. Условия стоимости топлива, ну и прочие моменты. Нам наша задача, чтобы были продукты, и чтобы все люди имели возможность их приобретения как по наличному, так и по безналичной оплате. Это карточки. Потому что все зарплаты, пенсии, все зачисляется на карты. Возле банкоматов банки не успевают завозить наличные деньги, пополнять банкоматы, подкреплять банкоматы. Они занимаются, стараются, на кассажирские машины ездят. Но, опять же, это тоже что и с продуктами. С банкоматов вытаскивается за совершенно какое-то короткое время вся наличка, и они опять ждут приезда. Поэтому мы следим за тем, чтобы все торговые точки все-таки отпускали продукты и все другие товары по картам, по терминалам банков. Дякую. Останнє питання з приводу оповіщення, знову таки повернемось. Чи можете ви розказати, як взагалі відбувається цей процес? Ви отримуєте сигнал, так? Штаб отримує сигнал. Є ціла цепь, по которой йде оповіщення. Я не буду розказувати начало цієї цепи, а концовка цієї цепи такова. Є диспетчер МЧС області при обладміністрації. Оттуда мы получаем сигнал. Этот сигнал официальный. Вот. Это не какие-то группы, это не какие-то организованные в интернете слухи. Это официальный сигнал. Получив его, мы только получив его и получив подтверждение, мы включаем оповещение. И всем людям, пожалуйста, если вы услышали сигнал тревоги, не надо звонить и перепроверять это. У нас учебные тревоги на время военного стана закончены.
Вот. Мы уже не проводим настройку этих сирен, мы их не включаем без сигнала тревоги. Вот. Еще раз хочу повторить, один сплошной сигнал, это сигнал опасности. Короткие сигналы, прерывистые сигналы, это конец воздушной тревоги. А прерывистые сигналы, когда услышат, это конец воздушной тревоги. Опять хочу сказать, не надо звонить мне, не надо звонить по телефонам, чтобы узнать, конец это или не конец. Услышали прерывистый сигнал, значит воздушная тревога закончена. У нас в міських групах Viber приходить оповіщення, що відбій тривоги, от як вчора було, а сирени ще лунали. Сирени, ми отримуємо сигнал, сирени не можна зупинити за одну секунду. Работають механізми, які іздають той звук, який ми слышимо. Должно пройти какое-то время, це 3-5 минут після того, як вони виключені. Ну вот эти 3-5 минут как раз получается ситуация, что интернет включается раньше и быстрее срабатывает, чем перестает гудеть утки. Все у нас под контролем, никакой паники не должно быть. Вы должны быть уверены в завтрашнем дне. Есть ситуации, понятно, что... Но наши сбройные силы нас оборонят. Слава героям!